друзья, привет! Сегодня собрались на покатохе. Жена говорит, только, говорит, безумные могут куда-то ехать в такую погоду. С утреца у нас дождик прям такой солидненький. Написал в группу, группа Telegram Нива 007, присоединяйтесь. Собираемся, едем. Не знаю, буду с камерой, наверное, большую часть снимать с машины. Так что извиняйте, как получится. Ищем маршрут, куда выехать. Вот и я прочу. Там что, тупик, да, разворачивайся. Река Сакмара. Да, ищем место для разворота. Надо разворачиваться. Это полезно тем, чтобы узнать больше свою местность. Потому что, вот видите, приехали мы и заблудились. Дорог много по лесу. О, как красиво у нас. Вот ребята разворачиваются. Туарек у нас. И поедем уже по другому маршруту. Хочу проехать первый. На пониженной потихонечку поеду. Здесь начинается грязь, давление двоечка. И здесь у нас хорошие ветки. Пока меж всего я не блокирую. Тут такие ветки. Бля. О. Вот как раз давай, я тебя нажму. Вылази, спускай колеса, дальше ты все равно не уедешь. Давай, пока. Да, точно. Поехали по домам. Скажи, ну пусть потихоньку ползет назад. Мы первые попробовали, грязючка такая, болотного создания отличное, но нам мешает дерево. Дерево, как видите, уже лежит спиленное, мы не портим. Спиленное, еще только пилим. Ну, я говорю, пиленное не нами, но нам нужно убрать и проехать, а там, я думаю, будет еще интереснее, да? Ее зажимай. Вот, только у нас есть вот такая вот. Дела, ну это ладно, хоть такая есть, да? Ну ладно, хоть просто дружба. Осталось чуть-чуть нам проехать. Здесь подъемчик, ну, я думаю, будет интересно. Ну, и там осталось нам чуть-чуть, да? Осталось чуть-чуть. Ну, и самое главное, насколько, 5-6 машин. О, а здесь вот, ребята, подъемчик и грязь такая солидная. Ну, ладно, пошлите пилить дерево. Ручку просто оторвали, смотрите, здоровья сколько у ребят. Здоровья много. Да, и что нам делать? Так, давай им топор, пусть топором машут теперь. Так, надо топором. Сейчас ситуация, дерево дорубаем лебедочкой, но хотим его провернуть, убрать надо. И все проедем через это место. Как я и сказал, я не травился. Давление двоечка, МТ резина, занижение. Вот в грязи сейчас занижение помогает, прям на холостых она сама крутит. Ну и самоблоки. Я думаю, что на данный момент они мне помогают. Лебедочка, конечно, вещь классная, бля. Вот лебедка вот эта, для именно вот этой Нивы,
12-я винч. Блин, ну тащит вообще отлично. Так, ну что, смотрите, дорогу ребята нам освободили. Давайте попробуем на первой прямой. Первая прямая. Давай! Есть! Вообще супер! И еще прикиньте, как вы ее уделали. Все бока. Жестко. Пошлите снимать других ребят. Не Васик. На оборотах. Вообще легко. Сел, прокатано. Да, прокатано, наверное. Ну давай следующих посмотрим. Так-то, в принципе, смотри, внизу-то уже, видишь. Ну, видишь, вода не затекает. Да. Если бы вода затекала, резина бы замыла. Мне приходилось пробивать, наверное, вот эту всю херню. Ну, конечно, ты по целине ехал. Ну да, возможно. Ну, ребят, уже, конечно, наоборот, кто заходит. Пятая резина. Ну, вообще легко, ребят. Ай-я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 й! А змейка. Бастер. Ну все, накатано, ребят, накатано, отлично. Вот Эс молодец, потихонечку уже знает, что накатано. Если уж Дастер проехал, то Эс может и на холостяк тут ехать. Лифт позволяет. Ребята, уже просто сухо. Верхний слой, то, что успела промочить, я его, получается, убрал, да? А тут уже просто относительно по-сухому. А вот смотри, у него колеса шире нашей колеи, видишь? Упирается в колею и все. Ha 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 ha!
колеса просто колею высушивает. Федя, чего дымишь? Чего дымишь? От колодки? А, ESP-шка, а отключить нельзя тебя ее? А на понижайке она не работает. А нафиг на понижайке, пробуй на повышенной. Давай на повышенной пробуй. Хватит ее, куда ее? Ну, двигатель-то мочить сколько? Привет. Все, обороты другие. Я тоже на повышке пробовал, но немножко не то. А на повышке. Вот, наоборот, блядь. Вот дури, а. Вот движки, красавцы. Ну вот, стандартная Нива. 195-й колесики. Никакого занижения. Никакого лифта. После всех спокойно проезжаешь. А так грязь, конечно, смачная. Так, дальше подъем у него. Там у нас пробочка небольшая получилась. Сейчас я разъедутся. Кто там забуксовал у нас? Никак проехать не могут. Коллапс. Лесной коллапс у нас. Как я говорил, вот он ПГС. Видите, ПГС. Под грязью у нас уже зацеп есть. Так, ну вот они все участники. Разъезжаемся. О, ясно, у нас диагоналочку поймал. Сейчас еще ко мне прижмется. Давай, давай, поехали. Тут бугорок, и видите, его тянет, он не может меня объехать. Прямо давай, поехали. Ну, одно слово, дустер. Не, я ко мне, смотри, тянет. Бампер, смотри, меня покорябаешь. Обороты дай. Вот, руля сюда, сюда руля. И обороты, дай обороты. Об газу, газу, газу. Не, не выходит. Не отъедем. Топля. Но в салоне еще чисто. Ох, веточки. Ты что делаешь? А, да вот смотрю своего товарища, тоже YouTube канал ведет, Денис Континент. Раньше катался на Нивах, у него и трехдверка была, и Нива Тревел, дорабатывал постоянно, а сейчас купил УАЗ Патриот на автомате. Вот интересно, как бы он по нашей грязи покатался. Ребят, переходите к нему на YouTube канал, напишите ему комментарий, чтобы покупал заново Ниву. Ну и привет передайте ему. Сейчас найдем Макса. Где мы едем? По его следам. А где прилип? На бежищике, что ли? Да, на пляж возвращайтесь и налево. Ёлы-пал, смотри, что здесь творится, ребят.
О! Макс у нас умудрился где-то здесь прилипнуть. Чё, тебя надо лебедкой или так можно дернуть, не знаешь? Здесь тяжело. А ты куда хотел выехать? Там дорога есть? Развернуться и обратно. Не, надо как-то дорогу сделать туда и всем проехать, наверное. Надо там тогда. Нет, надо там разведать будет и промчаться здесь. Так, Макс у нас, как я и говорил, притонул. А здесь уже такой мелкий песок. Но опять же, это ПГС, песчано-гравийная смесь. Вот у нас, как я и говорил, грунт в основном весь такой. Вот, по колесу, смотрите, и песок, и чернозем. Просто на балочку упал, и все, и не едет. Айда, поехали! Федя, проедет, интересно. Вот, ребята, сами видели, что получается. Просто автомобиль. Так, пацаны, лебедка у меня не работает. Ну на метр ты все равно можешь сделать. Да. Я просто ручку толкнул, блядь, не нейтрал. А я думал, ты уперся в что-то. Не, все, не надо, не сажай дальше. Река Сакмара у нас. У нас две реки, это Урал и Сакмара. В принципе, они одинаковые по объему у нас. Вот мы приехали, можно сказать, это летом тут люди приезжают, купаются. В воду мы не заезжаем, просто мы искали маршрут. Ну что, товарищ Невовода, как видите, мы вытаскиваем, покажи, вон, немцев. Как всегда, немцы у нас никуда не едут без помощи Невовода. Специально просят, вот они выезжают даже на бездорожье, всегда говорят, Невовода, отдайте с нами. Так что вступайте в наши ряды. Как садится, видите? Какой грунт у нас интересный. Надо всегда вешать, или вообще любую вещь, потому что уже его тянул один раз, и заднюю крышку он мне порвал, замял. Вот куда эти немцы без Нивы, да, ребят? Что Туарег, что Исудзу по весу, они тяжелее намного. Невасик у нас лифтованный. Ну, если ходом, я думаю, о господи, я думаю, он здесь, ну, по крайней мере, на горочку выйдет. Давайте посмотрим. У него и резина свежая, хорошая. Ну, я думаю, что получится проехать. Мало разгона, мало, не возьмешь. Назад разгоняйся. Человек хотел на повышенной, но, к сожалению, песок делает свое дело. Только пониженная. Давай, поехали. По колее. Не возьмет. Нет. В колею заехал Туарега. Куда вы, что? Бесполезняк. Фу, как звоняло. Плохой водой. Грязный такой запах. Во-первых, разгон ты не взял, ты почувствовал, да? И заехал в колею. Давай, рядом, попробуй. Еще один невасик, смотри. Господи, что он творит? Что он творит?
Утонул. Все, утонул. Все, не надо, не поедешь. Ну вот вам пример. Что? Исуз Туарег сидел у нас, да? Нивы, в принципе, дальше не уехали. Даже у нас... что-то у него не так. Стой, 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 стой! Стой, что-то у тебя. Открой капот. Тянусь, газует колеса, короче, не крутится. У тебя, видно, постояло. В корзину попала вода, сцеплению. Как, что за запах? Сцепление, сцепление. Да, сцепление. У тебя колеса не крутится, ты газуешь, а колеса не крутится. Да, в корзину попала, видно, вода. И все, сейчас постоит, подсохнет. Ну, а так вообще жестко, короче, вообще колеса не крутится. Отсюда надо вытаскивать сейчас, может быть, на ровненьком поедет она. Прям постоит она чуть-чуть, пусть остынет. А ты не знаешь, давно меняли диски? Да тут 12 тысяч, не проблема. Она свежая, да? Ну, она 14 года, но... А, стояла, да? Стояла. Назад. Все. Все, а, все, появилось. Все, есть, все, закрывай и поехали давай. Давай, закрывай. Сильно не газуй, так, потихонечку, потому что уже я тебя почти вытащил. Да, да, легко, видишь, в корзину вода попала и все. В сцеплениях она. Ну, а мы вот так стоим, всех, всех выручаем.